Это не кремлевская елка и не утренник в детском саду. Это одна семья. У Анны Раце 9 сыновей и 5 дочерей и уже 12 внуков. Все они прекрасно себя вели, так что к ним пришел Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Дорогие вы наши, любимые! На вопрос, как же вам удается уместить всех в одном небольшом доме, отвечают: у нас есть комната в 30 квадратов, нормально. В семье Раце так хорошо чувствуют друг друга, что все получается будто само собой. Просто собрались все. Все, у всех желание встретиться, пообщаться. Кто вам больше всех помогает, кто заводила? Это Марина. Марина, как и брат Вячеслав, уже сама многодетная родительница. Будущий муж, познакомившись с семьей невесты, понял, что именно такой формат самый счастливый. Он знал, что я из многодетной семьи, он знал, что я из семьи 14 детей. Он один в семье, для него это было очень необычно, что вот у него появилась такая большая семья. Сомнений, конечно, не было, то есть мы планировали каждого ребенка, то есть у нас это все по взаимному согласию, так скажем. Прошло время, когда Дед Мороз приходил исключительно к детям Анны Степановны, теперь, конечно, уже больше к внукам и внучкам. Пусть исполнится желание, верим в чудо, волшебство. Новый год приносит праздник, веру, сказку и добро. В праздник на время забываются все трудности, а ведь Анна Степановна – мать-героиня в буквальном смысле. Муж давно скончался, из детей тогда 8 было еще несовершеннолетних. Младшая Ира тогда была еще совсем грудничком. Справилась, всех подняла, дружно, не грузно. А параллельно успела еще и сборник стихов написать о семейных ценностях. Мое богатство – это мои дети. 5 девочек и 9 сыновей, внучата, что милее всех на свете. Они куда дороже хрусталей. При такой-то семье к посторонней помощи можно вообще не обращаться. Найдется специалист по любому вопросу. Вот и Снегурочка, тоже дочка Анны Степановны, профессиональная актриса. Ей организовать новогоднее шоу легче легкого, тем более если 25 человек помогают. Я вам желаю в этом новом году, чтобы каждый мальчик и девочка приобрели себе нового братика и сестричку. Ведь это так чудесно, когда большая, веселая, дружная семья. С Новым годом! С Новым годом, нижегородцы! Алексей Гамзов, Василий Низов, Объективно, ННТВ.